Так, вот он, это дом. Ящик, короче, гранаты не разбирайте. Так, трубы в этом. Бинокль могу отдать, кстати, еще. Рик, надо бинокль? Да, давай. Да. Я иду за трубой. Лавкин. Видимо. А, я. Посмотри на северную стекляшку. Сильно меня видно в окнах? Видно. Вот я сейчас за закрытыми жалюзями стою, видно, да? Ну, силуэт видно, но пока не двигаешься, не видно. А вот сейчас видно. Плохо. Ну, ты будешь нашу линию с Диги контролировать. Все трубы разобрали? Одна труба должна быть у Сэдбоя с Грозным, одна труба у Лавкина с Диги. А где, друзья, где труба? Я взял. Рамзес, тоже забери. Две машины проехал. Что-то сам едет. Тихо, едет, едет. Машина на севере, подожди, летит. Сейчас метку поставлю. Машина какая-то туда пролетела. Не на востоке, на западе, это уверенно, кстати. Уверена. Так мы все срали. Что-то проезжала, да. Одна тачка. Шайтан, поищи, потикай, поищи. Я смотрю, не вижу. Она уехала, я не успел перебежать здание. Высокая, желтая многоэтажка, убил КОшника. Надо, надо, по сути. Делаем следующий КВ. Следующий. Я смотрю, пока не вижу ничего, там просто задымилось все. Кто-то в мое здание может зайти? Что? Кто-то из вас может в мое здание зайти, чтобы меня прикрыть? А мы сидим прямо перед тобой. Ты в поле, как бы, понимаешь?
охраняю дом, Софи. Хорошо. Я на запад. Не по мне кидай. Ты на крыше соединим, Софи, все нормально. У меня бы была радость есть, но ты же... Они про тебя не знают. Шатанцы. Не потерял. Жива, Софи? Софи. Может, не говорят? Да. У нас тут целое отделение, блядь, в упоренных. Этот выстрел мой громкий для вас? Да. Понял. Вот это он работает. Чики, ты стреляешь? Не-не, это враг, враг на лавке. Может быть, одно, где дом южнее. Диги, твоё четырёхэтажка у тебя? Диги, цел? У него длинный сплошной дом. Диги. Диги убили, только что ли, вумпе лежит. У него там есть враг, и не один по его зданию. Делаем сдвиг, ребят, делаем сдвиг. Следующий сдвиг. Следующий КВ. Всем следующий КВ. Короче, можешь мое здание займи, пожалуйста? Сейчас. Денег нет. Окей. Ты у меня ходишь? Да, я на третьем. Поле. Да. Сидим? Сидим. Там последние метки, то что есть. Чё это? Это поддак. Нам летит. Не вижу. Откуда? С юга. А ты ходишь? Да-да, я спускаюсь с крыши. Все, я спустился.
Машина выехала. Да, убил вроде. По берегу. Машина, да, вот скатилась. Воду. Поставьте метку на 206. Метка Рика. Скатилась сюда в воду. А что за план? Что он ходит? Боль живой? Да. Бля, он едет, да. Он едет по этой просто. Просто по низине едет. Лево прострелить? Если он на стрелка сядет, прострелишь. В лоб не прострелишь. Дайте метки на него, пожалуйста, еще раз. Да вот метка рейка. Вдоль воды, так я тебе. Он просто спустился и прям вдоль воды. У нас. 220 ШТ. Убил вроде. Стекло разбилось у него. Нет, водительское. Он уезжает обратно. Обратно поехал. Так, по нам стреляют. Этот КВН Дима, слушай. Они уже его затригят. А развернулся еще раз, едет так же. Он агрит. Я второго не вижу, который... Вышел из машины. Пулемет. Стреляй. Рик, давай. Да у меня за кустами. Да. Рик, ты его убьешь, если что. По нам что-то прилетело. На линии 500 где-то. А, это РПГ, ребята, это ПБА. Ой, он горел. Не благодарить. Спасибо. Рик, что? Ой, да. По нам до сих пор прилетает. Володя, у меня тут тачка с пихой. Егор минус. Егор, у меня минус в здании. Откуда, непонятно? С РПГ. РПГ от меня. Летело. Без прикрытия. Короче, КС попросил попробовать поджаться к триггеру. Там даже живой? Да, тогда пошел. Давайте, Стас, сворачиваться, что? Мы уже тут... Оля, а нам рано сейчас. Нам надо, чтобы его этот... Еще один человек пусть вижу. Шайтан с Харном я к нам перебежали. Я в многоэтажке не выйти. Секунду. Смотрю на тебя, Судьба, вижу тебя. Вы убили типа, который был в машине? Нет. Нет, там еще есть. Актуальная метка, там еще тип спортивный. Нет. Шайтан, он обошел с западной стороны Дандаги. Ты про того пеха? Да. Рик, запад чекни. О, мертв. Семеркой убил. Вот тут на черный убил. Вот он убил, да, в белой одежде. Ой. Да. И меня, слава богу. Кто тебя, может, это в Адидасик приоделся уже? Обнови метку на врага поле, на триггер. Я ее свернул, да? Отлично.
ты один. Без прикрытия. Рик, пойдем. На восток. Да, нам работа. Да, последний. Рик, выйди, осмотрись на запад и... Так, я не один. Так, тебе помощь нужна или справишься? Фал работает. Судьбой? Хард. Да. Следующая КВ. Рик. Так, внимание. Небо тоже надо проглядывать. Беспилотник, который разведыватель. Нам летит свои, что ли? Не коси. Я зарыл. Проверка. Выглядывал только что. Убрал еще одного. Чека, Рик. Чека, ну на этаже про чека вдруг уже выше там наступает. Это не по нам ли прилетает, блин? Я не знаю. О, просто как-то на дом. В соседний дом попало. Что это вообще такое? Хрен узнает. Это по нам. Двигайтесь. Минус, Рик. Да ну нахуй. Спускаюсь. Я весь ранен.
откуда прилетело? С триггера где-то оттуда. Севернее. Ну что делаем? Я бинтуюсь пока что, я весь раненый. Что-то едет с запада. Подъезжает. Что-то, по-моему, ровер. Да-да-да, по дороге прям. Охуенный вибал. Там желающих, я думаю, целую кучу смотрю. Смотри, там пехота вроде с востока вся щемит. Надо наоборот на восток смещаться, мне кажется. Вот дом прямо перед нами куда-то смотришь, там два пеха союзных сидит. Вот прямо вот 340, видишь? Тут нет смысла нам ходить. Пошли лучше на восток сходим. Проверка. Обновите на себя метки, пожалуйста, кто живой. Коля, ты идешь? Дим, ты здесь? Ты живой? Пиши, пожалуйста. Рэм, у вас контакт? Я убил одного, да-да-да. Метку поставил, вот здесь был. Спасибо. Снаружи, да-да-да. Большая граната где-то. Ну, попробуй. Блять, страшно. Да все, хватит, да. Десантировался удачно. Не вижу твой вопрос. Трехэтаж был? Да. Трех или именно пяти? Там свой вроде. С какой? Самая высокая, вторая. Первая тихо. Какая? Это я, значит. Снайперка. Значит, это я. Снайперка большая или? Здоровая, дурында, да, это я. Это свой. Тебя, мне пули.